Привет, на связи Мускул Шоу. В этом ролике один всего лишь вопрос, который интересует всех, кто хочет купить передвижную шведскую стенку. Вот, смотрите, вот как не крепится. Я ее принес, поставил. Единственный вопрос у людей возникает, шатается ли она во время тренировки, естественно. Давайте продемонстрируем. Небольшое колебание, опять же, это зависит от того, насколько вы хорошо ее выставите во время сборки. Важный момент, как ее собирать правильно, чтобы она вообще не шаталась у вас. Вы когда собираете, вот собрали всю эту конструкцию, эти стенки, перемычки, собрали вот эти косынки, наживили здесь, но опять же, все наживили, ничего не закручивайте до упора, наживили все. Тут нужен два человека дальше. Один становится вот сюда, на вот эту платформу, и давит ее вот так вот, в эту сторону. Вперед. Вот сюда. Вперед. Да, то есть ваша задача, вот эти все четыре точки, все лапы, чтобы касались пола. Когда вы вот так ее прижали, давите, второй участник этой компании собирает вот здесь, вот стягивает вот эти болты. Вот эти болты стягивает, потом стягивает вот эти болты, только потом стягивает вот эти, ну и соответственно вот эти тоже. Начинаете вот с этих, потом вот эти и вот эти. Тогда у вас стенка, ну это все, когда у вас второй человек стоит вот здесь и давит. Здесь есть регулировочные проушины, вот они овальной формы, отверстия, чтобы как раз вот выставить ее по уровню пола, и она жестко стояла. Если вы ее начнете собирать и закручивать сразу, есть вероятность, что она в каком-то месте у вас лапы, допустим, те будут выше, эти ниже, то есть вы ее не соберете точно так, чтобы она не шаталась. По вот этому принципу, что я рассказал, вы сможете ее хорошо зафиксировать, и она не будет шататься. В целом стенка вполне нормально себя чувствует, стоит, никуда не падает, во время тренировки тоже не падает, не шатается. Но опять же, если вы будете раскачиваться, там раскачку делать, ну естественно будет шататься, но по большому счету можно вполне нормально заниматься. Все шведские стенки, которые у нас на сайте есть передвижные, их можно посмотреть по ссылочке, которая будет ниже под видео. Каждая шведская стенка у нас в подарок вот такой кистевой эспандер с регулировкой нагрузки, бесплатная доставка на отделение Новой Почты. Если решили прокачаться, качайтесь в Мускул Шоу. На связи был Сергей, до новых встреч, пока.